Какой эффект принесет декрет о развитии цифровой экономики? Сейчас это активно обсуждают не только работники IT-сферы, но и промышленники. Технологии, развитию которых документ придаст дополнительный импульс, должны сказаться и на производстве. Специалисты отмечают, цифровая трансформация бизнеса – процесс сложный, а от результата будет зависеть конкурентоспособность на рынках. Еще один немаловажный эффект – существенная экономия ресурсов. Внедрение технологий позволит ускорить вывод продуктов на рынок, сократить время на проектирование, на получение достоверной информации, актуальной, на исключение ошибок конструкторских и технологических, и что в конце концов позволит, во-первых, сократить сроки, повысить технологичность изделия в целом и его изготовление, и получить тот финансовый результат, на который мы рассчитываем. Чтобы ускорить воплощение перспективных идей в жизнь, авторы декрета предусмотрели сохранение до 2049 года льгот для резидентов парка высоких технологий. Благодаря документу ПВТ освоит новые направления деятельности, а у самих создателей технологичного продукта появятся дополнительные инструменты для ведения бизнеса. До вступления в силу основных положений декрета остается менее 3 месяцев.